Погодка супер, но пока не клюет. Час дня, 6 сентября. Очень жарко нас. На водоеме, как будто лето и не проходило. Закинул я, в общем, донки. Поймался бирючок. Это уже приятно. Да, клёва сегодня нет никакого. Плыло очень много травы. Я стал ближе к берегу. Но лучше не стало. Поймал я всего лишь одного бирюка. Время сейчас 3:30. Ну, может быть, еще заклюет. Но пока что-то вообще совсем тихо все. Ни червячка, ни на опарыша, ни на донку, ни на удочку. Ни на что. Сегодня очень слабо. Не знаю что. Может быть, из-за жары. Может быть, еще какие-то изменения. Возможно, на старом месте бы уже и наловил. Но здесь я ловлю первый раз, не могу ничего сказать. Печалился, значит, печалился и поймал чихонь. Уже неплохо. Сейчас еще попробуем. Попалась третья рыбка. Переплыву, наверное, я сейчас чуть-чуть поглубже. Последний раз за сегодня. И уже доловлю зорьку чуть поглубже. На удочку с поплавком схватил. Небольшой бирючок. Ожидал чихонь вместо этого бирюк. Да, на что я только сегодня не ловил. И на червя. И на кукурузу, и на опарыша, и на макароны, и на какую-то, блин, не поймешь, кашу. Ну, плохо сегодня. Ой, вымучил, не знаю, рыбок 5, может быть. И все. Вылез я на берег. Не могу уже сидеть в этой лодке, но я отсидел. Сейчас пока сложусь. Донку еще поставил. Не знаю, может, что-нибудь клюнет. В общем, это удивительно. Хорь, короче, украл у меня чихонь. Но это ладно, это все ерунда. Хоря-то я прощу. Бог с ним. Но самое интересное, что после этого я попал в удивительнейшую историю. У нас есть понтонный мост Шилова. Ну, в общем, я выехал в районе Новогремячинского. И увидел, что очень большая пробка. И стоит она до самого моста. Ну, я постоял минут 10, смотрю, она там вообще практически не движется. Ну и что же я решил? Я решил ее объехать. И, в общем, поехал по Курской трассе в объезд. С другого моста, в общем, в Воронеж решил попасть. Ну вот, вы сами видите, что здесь происходит. Здесь пробка еще, блин, хлеще, чем там. Это какой-то кошмар, конечно. Я до дома добираюсь оттуда, ну, минут за 20. Это максимум 20 минут. В итоге я вот еду с 7:30, в общем. Сейчас уже 9 часов. Это, конечно, очень весело. Что случилось, я вообще не пойму. Че тут так все мосты забиты? А может, они тут всегда так забиты? Я не знаю, я просто так давно уже, ну как, вечером. На вечерней рыбалке давно уже не был. Обычно я с утра ездил. Вот я лучше бы продолжал с утра ездить. Ну, ничего страшного. Думаю, я доберусь. Как я вовремя включил камеру. Да, действительно, здесь
Дорога. Интересно. Все огорожено, все перегорожено. Страсть. Ва, нифига себе, тут какая интересная трасса. Одноколейка, вот тут что. Ну, сейчас дело пойдет побыстрее.